Привет, YouTube. Меня зовут Руслан, и сегодня мы будем говорить про... Молодой человек, тут вообще-то уже Николай полчаса ждет. Давайте быстрее. Еще подождет, пошел он нахуй. Как вы могли заметить, сегодня мы находимся в легендарном месте, в Санкт-Петербурге. Вот сегодня будем говорить про Андрея Будима, или как его зовут, Малстрой. Вот, я видел очень много роликов от разных петушар в последнее время, которые осуждают его образ жизни, его поведение, то вообще, как он ведет себя с девушками. Я считаю, что Андрей, в принципе, красавчик. И сейчас я скажу, почему. На этом ролике я отключил монетизацию, потому что сегодня мы будем говорить о скандале, который произошел недавно в интернете. Малстрой сбил какую-то шалаву на стриме, и все подняли из-за этого огромную бучу. Я не знаю почему. Я считаю, во-первых, что Андрей пиздатый чувак. То вы просто тупые плебеи, вы люмпены, блять, вы нищеброды. Я нахуй, да, в свои 17 поступил в Сибирский федеральный, нахуй, на журналистику, на бюджет. А вы, тупые объебосы, ПТУшники, будете писать что-то мне, нахуй? Мне, Малстрой, остальным чувакам. Идите нахуй, блять, Усачеву в комменты пишите, да, этому куколду ебучему. Пусть он вам отвечает. Домик токсичный, блядь. Короче, второе. Малстрой богатый, блядь. Кто у нас еще богатый? Это Малстрой, блядь. Путин и... Ну, чувак, который на банку в видосе сел. Вот, короче, ты из самых богатых человек в России. Да, начнем с этого. Третий пункт. В принципе, каждая баба всегда должна... То есть, неважно, моя мать, ваша мать, моя бабушка, ты просто заходишь в хату и такой: о, мам, а есть что поесть? Нет, хуяк так двоечку, бля, хуяк так, блядь, двоечку, на, ха, блядь, на. Четвертый пункт, в принципе, женщины, неважно, блядь, феминистка, бодипозичищица, блядь, не поебать, блядь, любая тёлка, это вообще... Это ниже, блять, вот этого пола сними, блять, любая женщина. Мне вообще поебать, родственники мои, не родственники, мне похуй, блять. Пишите, что хотите, Малстрой красавчик. Он просто на нахуй, просто вот, бля, мы потом пройдем следственный эксперимент, реально все было это так. Вот, мы проверим, блять, реально ли можно выбить зубы, блять, с этим нахуй, с компьютерным столом. Вот, пятый пункт, это то, что Николай Соболев хуесос. Я уверен, если бы Николай Соболев бил бы свою телку об стол попозже, она бы не ебалась с какими-то армянами в кальянной, да, там в чихане. Малстрой красавчик. Я уверен, что каждый, когда смотрит его стримы, думает в первую очередь не типа: фу, они там пьют, дуют эти шарики, как на Думской. Конечно, нет. Каждый, когда смотрит, думает: ебать, ебать, хочу так же, нахуй, я бы, блядь, школу бросил, ебал бы тёлок, блядь, от ВИЧа бы умер, нахуй, как Меркурий. Вот, это круто. Реально, вы просто вот, я смотрел ролики некоторых своих коллег, да, как они это все осуждают, я был вообще в ахуе. Просто, блядь, перманентно махуй. У вас что, блядь, нимбы над головой, да? Вы сами, нахуй, там, рекламируете всякую хуйню, блядь. Сами бухаете, употребляете. Но Малстрой на стриме этого делать нельзя. Да идите в баню, ёпта, блядь. Реально, я бы хотел, чтобы каждый подросток в нашей жизни хотя бы день пожил вот как Малстрой. Это круто, когда ты можешь просто, не знаю, послать там кому-то чеченцев за слова, да, в Уфу, чтобы его избили. Или просто охранника, чтобы кого-то и прям наебашили по тебе пол. Это круто. Унижать людей — это круто. Бить женщин — это круто. Вообще, я считаю, блять, вот он реально, если бы я вот сейчас формировал Госдуму на там следующие выборы, там 24-й год, я бы кого взял? Я бы взял манекена, нахуй, Андрея Нойлса, блять, и Малстроя. Вот это три моих, нахуй, кандидата от моей партии. Ну и, собственно, президентом нашей страны я бы, конечно, сделал бы Рому Желди, потому что это человек, который ведет здоровый образ жизни. Он продвигает правильные какие-то тезисы в своих видео. Ну и самое главное, Рома Желудь также любит парки, как и Николай Соболев, и Сергей Собянин. Вот, и я думаю, парков станет только больше, и приколов, и всяких вот в них тоже станет только больше. Чуваки, в ночь с 24 на 25 октября состоится самый долгожданный бой этой осени, а именно Хабиб Нурмагомедов против Джастина Гейджи. Ну и, конечно же, в честь этого наши с вами хорошие друзья, компания FonBet, запускает офигительную акцию, где любой из вас может выиграть фрибет номиналом в 1000 рублей. Первое. Сделайте прогноз на исход боя на странице акции. Второе. Оставьте номер своего мобильного телефона. Третье. Надо просто зарегистрироваться на сайте. Ну и, конечно, те самые счастливчики, которые угадают исход боя, получат тот самый сладенький приз, фрибет номиналом 1000 рублей, который могут потратить на любые вообще ставки в любой дисциплине, конечно, у наших хороших друзей FonBet. Все ссылочки в закрепленном комментарии, вот там. Ну и чтобы развеять все ваши сомнения, Сергей Махно, вот, это один из участников стрима Андрея Малстроя, вот, сегодня у нас в гостях. Здравствуйте, Сергей.
Вот, Сергей был на том самом стриме, на экране будет кадр с подтверждением. Есть, да, конечно, нихуя себе, даже сердечки с... Ну попробуй, есть. Покажи свои... Это... Сергей, собственно, видел вот эту самую шалаву, которую, ну, задел и сбил Андрей. Как бы, что можете сказать зрителям по поводу происшествия? Многие очень бомбят, не понимают сути событий. Это шалава сама виновата. Она приставала к Андрею. Она заставляла ему показать сиську. Ужас. Это непозволительно. В ТикТок-доме ей вообще пизда была бы. Сергей, вот как постоянный участник, вот я видел, Мэлстрой оплачивал какой-то шалаве, тоже 70 тысяч, чтобы она поебалась с руки-базуки, а вот вы какой-нибудь, ну там, секс был у вас на хате? Нет, на хате был. На хате был. Дважды секс. На хате, в смысле, тюремный или у Молстроя на хате? У Молстроя на хате был один раз секс. Я не должен разглашать, с кем это было, потому что... Ну, я Инстаграм будет на экране прямо сейчас. Ну, а вообще, вот, что ты думаешь по поводу хейта в интернете, по поводу Андрея? Мы как бы считаем, что Андрей Бурим — это герой нашего времени. Извините, если не согласны, можете отписаться, да? Вот что вы скажете? Я считаю то, что Андрей, он несет какой-то позитивный вклад в нашу жизнь. Он выводит людей на чистую воду. Он позволяет увидеть, кто есть мразь, а кто есть как бы хороший человек, который отказывается от денег, он живет своими принципами. Вот ты сможешь постановить реально позитивные эмоции? Ты вот после просмотра стрима хочешь позвонить матери и сказать, что ты ее любишь. Ты хочешь, не знаю, ну, положить новый венок на могилу папы, хочешь там в детский дом отнести конфеты, да, и снять все это в Инстаграм. Ну это круто, да. Просто представьте, какой пиар девушкам делает Андрей. Вот причем именно. Бесплатно, они да. Просто выкладывают свои жопы, которые есть как бы в Инстаграме. Ну да, и все бесплатно. Ну подумаешь, надо там от кому-то отсосать. Вам что, сложно отсосать? Вы, блядь, половина из вас вот, да, на зону попадете, вы, блядь, будете и без пиара Инстаграма это, собственно, делать, да? Если бы у вас была возможность, вот посадили бы Молстрой, либо... Я бы посадил бы его на место... Депутата какого-нибудь. Ну или бога. Короче, мы находимся на следственном эксперименте. Прямо сейчас мы будем проверять, реально ли можно выбить брекеты ударом об стол. Вот сегодня буду... Жертва я, и Сергей Махно нам вот сейчас поможет. Сергей, пройдите, пожалуйста. Вот, Сергей, да, оденьте капюшон, чтобы вас, ваш Инстаграм все равно будет на экране. Вот, Сергей сейчас поможет нам провести этот эксперимент, собственно. Вот. Короче, вот, смотри, девушка примерно была на таком уровне, да? Да. Ну вот, короче, шаболда сидела примерно так, вела себя очень развратно, ну, собственно, как должна вести себя каждая женщина. Андрей, я 130-ку, у меня есть сиськи, ты такой классный, ты выигрываешь на суперслот каждый день. Ай, блядь, ай, не могу говорить, она что ты так сделала, Андрей? Да ладно, ты что, это же шутка была. Смешно! Мы реконструировали всю цепочку событий. Кстати, очень схоже с ситуацией Габзавра. Там нападавшего тоже звали Андрей. Да, а я, Андрей! Я делаю предсказание, что следующим нападавшим будет Андрей Нойлс. Руслан, как ты думаешь, может быть, предложить Мэлстрою коллапс Икеи? То есть вот Канье Уэст сделал коллапс Икеи, Вирджил Абло, а следующий Мэлстрой будет. Зачем? Прекрасные столы получатся. Работа работы, но кокосик иногда надо заказывать. Кокосик — это такая темка, понимаете, сами. Помогает реально расслабиться. Папа знает. Дубль 3. Текла твоя пуси, скажу так, ты мудак. Мой манекен всегда джуси, и его член для меня. Напоследок хотелось бы вам сказать. Дорогие дамы, хватит выебываться, блять. Вы же понимаете, для чего вы были рождены. Удачи вам. Вот, а мы чё, мы пацаны... Стоп.
ставьте лайк. Спасибо, надеюсь, вам понравился этот ролик. Я старался сделать его на позитивной ноте, подарить всем хорошее настроение, потому что я люблю всех, особенно подписчиков, и маму Николая Соболева очень люблю. Зачем я так себя веду, ребята? Я же в жизни очень добрый. Зачем я снимаю такие негативные видео? Все же понимают, что это шутка. Андрей Малстрой очень проходит плохой человек. У Эльдара Джарахова хорошие песни, особенно «Собака писала», моя любимая. Вообще я люблю Пепси, это мой любимый напиток, мне никто не нужен, мне и одному хорошо. Играю в самп на сервере «Малиновка», мне все нравится. Не нужна мне никакая... Нах ты снимаешь? Ты делаешь, блядь, дебил нахуй, блядь. Ты иди нахуй, блядь, я тебе сказал, серьезно, нахуй ты меня снял, ты домой ко мне пришел, блядь.